5 апреля 2019 года городским головой города Одессы подписано распоряжение о создании рабочей комиссии по принятию и началу курортного сезона на одесских пляжах. В данную комиссию входят структурные подразделения Одесского городского совета, которые на сегодняшний день проводят ежедневную тяжелую работу по проверке готовности пляжей к курортному сезону. Курортный сезон в городе Одессе начинается с 1 мая и по 1 октября. На данный момент обследуются свободные от аренды участки искусственных пляжей, а также природные пляжи. Еженедельно проводится обследование песка на санитарное состояние. Выписывается предписание арендаторам пляжей для приведения в кратчайшие сроки в надлежащее состояние пляжей. Также начался процесс подготовки паспортов пляжей и согласования с членами комиссии данной рабочей группы. И подготовка схем дислокации размещения пляжного инвентаря и других объектов благоустройства, которые размещаются на берегозащитных сооружениях в виде искусственных пляжей. Подведение итогов планируем к 1 мая, то есть это та дата, когда открывается в городе Одессе пляжный курортный сезон, поэтому задача всех департаментов и управлений городского совета до 1 мая отработать все предписания, все положения в соответствии с распоряжением Одесского городского головы.